Доброе утро. Добрый день, проверка. Так начинается утро на заводе по производству мебели. Без измерения температуры и тщательной дезинфекции рук попасть на предприятие невозможно. В цехах, где изготавливают и собирают предметы интерьера, работает сотни человек. Невзирая на пандемию, организация функционирует в особом режиме. Мы, в принципе, были уже готовы к этой ситуации. 27 марта все сотрудники были обеспечены всеми необходимыми средствами защиты. Естественно, это перчатки, естественно, это маска. Везде по всему заводу и предприятию в целом нанесены указатели, чтобы люди соблюдали дистанцию не менее 2 метров. При входе в каждый цех эти указатели нанесены на двери и пол, чтобы точно все помнили про социальную дистанцию. Дистанцию соблюдают и при приеме пищи. В столовой могут обедать не более 10 человек одновременно. Для этого составляют специальный график. Разумеется, обеденный зал и все остальные помещения постоянно обрабатывают хлорсодержащим раствором. По словам сотрудников, на текущую работу новые правила не повлияли. Александр Кулаков работает в столярном цехе. Говорит, привыкать особо не пришлось. Мы все одеваем маски, то есть периодически моем руки. Почти каждый час. У нас и раньше так было, у нас между коллегами, скажем так, 2-3 метра постоянно есть. В связи с пандемией часть сотрудников пришлось перевести на удаленную работу, пока организации удается не снижать темпы производства и даже выполнять план продаж. Ксения Брагина, Ольга Сухорукова, Николай Забродин. Новости Химки ТВ.